До пятихаток далеко еще? Да далеко уже! Видишь, балку снегом завалило, теперь в кругалях верст 5, наверное, будет. А вот одеты, куда поставить? Лошадей вон привязывайте к телегам прям. И давайте к огню греться. Проходи. Братцы, место не дайте. Ехать надо, товарищ поручик. С Темнецку. Подождем немного. Опа. Вот тебе и здрасте. И товарищ, и поручик. Это как-то у вас? Был поручик. Был? А, ну если был, то, конечно, уже не считается, да. Так что это, бывший он? Что ж ты его по-старому так кличешь? Слушай, ну для тебя, может, и бывший. А для тебя какой? Ну ладно, ладно, не обижайся, ты чё? Поручики-то они вон, а где все? Видал? Барашкин сказал караул выставить. Ладно, ладно, не боись, приглядим. А этих-то куда? Известно куда. Давай, иди вперед. А, ну я. А Барашкин к утру вернется, этих допросит и тоже в расход. Вот так-то. Вперед смотри! По сторонам. Блин! Януш? Магда. Матка Боска. Помню, что возила меня в монастырь. И черная Мадонна. А вот это ты помнишь? Я купила тебе эту ладанку у молоденькой монашки. Януш, что происходит? Януш? Ну ты мерзавец. Он не Януш. Нет, он не Януш. А кто он? Разрешите представить, Михаил Останин. Большевик. Любить и жаловать не прошу. Антихриста нельзя любить, да, Магда? Он комиссар, которые убивают людей? Тебя-то никто не расстрелял. Выйдем. Давайте сюда, сюда, заходите. На кровать кладите. Он грязный, батюшка. А, ничего, ничего. Иисуса с Христа снимали, не заморались. А куда же его? В грудь. О, одежу, одежу долой снимите. Не дай Бог заглянут, убьют. Даст Господь Бог, матушка выходит. Она у нас в увечьях ведает. А как зовут его? Это я к тому, если Господь призовет.
Он католик. Господу не важно. Януш он. Януш Галецкий, батюшка. Иван, значит. Тихо, тихо, сынок. Вы кто? Скажи, сынок. Батюшка, спасите его. Все в руках Божьих. Не брать. Не ожидал. Сколько раз я представлял себе эту встречу, чтобы в родовом гнезде. А что, товарищ Останин, надоело вам у красных, да? Вы себя там все разрушили до основания, теперь здесь хотите все изгадить. А что ты фуражечку не одел с красной звездочкой-то, а? Большевицкий шпион Януш Галецкий. Остроумно. Имя свое опозорил. Теперь мое. Я был уверен, что тебя убили. А меня убили. Меня раз пять убили. И все пять раз насмерть. И первый раз ты. Вообще-то я тебя спас. Да нет, дружок. Я все там за хлебом. Во враге. Вместе с капитаном Антипенко, полковником Проскуриным и с остальными ребятами. Я мертвый! Ты это-то понимаешь? Еще раз я тебя здесь увижу или в городе. Сдам в контрразведку. Убирайся. С детства дружили? Нет. Мы не просто дружили. Мы как братья были. Поэтому это не просто предательство. На нем печать Каинова. Вы думаете, он шпион? А что тут думать-то? Если бы я мог, я бы его убил. Ведь он же вас спас. А я его об этом не просил. Я когда ходить смог, там же линия фронта, она к югу передвинулась. Я сразу на хутор пошел. Нашел овраг, а там... Они их как стрельнули, они их так и бросили. Они даже их не закопали. Так снежком прошло. Я стал туда ходить. Каждый день ходил с заступом. Земля мерзла, как камень. Месяц долбил, наверное. Похоронил? Всех. Останин всех предал. Всех себя, Россию, отца, всех своих дедов и прадедов, и дружбу нашу. И как мне с этим жить? Thank you.
пока мы одни, я хочу засвидетельствовать, что крайне рад вашему появлению здесь и нашему с вами знакомству. Я хочу, чтобы вы правильно понимали мое положение в этом доме. Я жених пан Ирены. Поздравляю. Благодарю. Вы производите впечатление достойного человека. Надеюсь, что это так. Но дело в том, что когда здесь появился этот мерзавец, он не просто присвоил ваше имя. Он намеревался завладеть и всем прочим. Имением и не только. Ирина очень впечатлительна. Все эти его романтические россказни, вся эта наглая ложь, пробелое воинство, борьба с большевиками. Она разумная девушка. Но даже я стал всерьез беспокоиться. Так что своим появлением вы спасаете не только ее, но и меня. Господин Павлович, вы меня извините, но сейчас я хочу попросить. Да, я понимаю. Ну вот и аукнулась. Уже аукнулась, так аукнулась. Говорили же вам тогда, не надо встревать. Говорили. Раз по разные стороны встретились, значит, все. У него своя судьба, у вас своя дорожка. Хорошо, наши тогда не прознали, что это мы его утащили. А выходит, лучше прознали. Не бубни. Не бубни. Что он вам сказал? Встретимся, не прощу. Вот. Встретились. Я вам так скажу. Раз по вашей милости его тогда не шлепнули, значит, сейчас самое время. Потом поздно будет. Тогда спасли. А теперь шлепнем? А вас никто не просит. Без вас управимся. Главное, в город его не допустите. У дороги нужно засесть. Я завтра к утру отправлюсь. Нет. Почему нет? Никуда ты не поедешь. Вы мне командир, как и были. Но так не пойдет. Вам дело доверили. А вы все гробите. Да он же прямиком к Ромовскому побежит или к полковнику вашему. Такое допустить? Не пойдет. С чего это не пойдет? Не должен пойти. Да почему не должен? С чего вы так уверены? Да ни в чем я не уверен. Но убивать его мы не будем. А что будем? Думать. Терпи, борцам не больно, борцам приятно. Сашок, ноги уперли, держи, держи. Касается? Где касается? Не касается. Ну, вон же лопатки касаются. Где касается, тут собака пролезет. Давай, 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 давай. А ты кисель на себя его. На себя и бросай. Слабаки. Ничья, Тимофей Федорович. В борьбе ничьей не бывает. Тимофей Федорович, от француза заставы прискакали. А? Дуйте с опелки умываться. Потом чай будем пить. Доигрался. Кипит твое молоко. Он же говорил, что Галецкий мертв. Да он тут много чего говорил. Даже если тот живой оказался, так он и жжет должен, мертв. А француз пишет, наш не кует, не мелет. Вот беда-то беда. Он же нам так со своим дружком все дело завалит. Напиши французу поляка убрать. Давай, давай, ой, давай, ой, давай. Ой. Ну вот как этим господам верить? Что я думаю, пана Ирена? Не послать ли Адама к полицмейстеру? Зачем? Слыхали же? Он комиссар. Но
когда вы только вчера меня за него сватали. Разве ж я могла знать, когда он честным человеком прикидывался. Право слово. Пошлю Адама. Нет. Нет. Я сперва должна сама с ним поговорить. Не о чем вам разговаривать. Голецкого нужно убирать. Что, не понимает? Немедленно убирать. Он не хочет. Что? Не хочет он. Ну, вы-то понимаете? Он же нас всех закопает. Понимаете или нет? Я-то понимаю. Может закопать. Но он думает, что тот не выдаст. Да он завтра же пойдет в контрразведку. Вас возьмут и черт с вами. А у меня, пардон, другие планы. Ну? Ну? Когда? Сегодня уже не выйдет. Завтра. Я приеду к завтраку. Предложу им проехаться верхом. Поедем по дороге на Ружан. Там хорошее место, частенько пошаливают. Стреляйте, хорошо? А я тут при чем? Да я-то мог бы и сам с удовольствием. Вас только, боюсь, к завтраку не пригласят. Почему вы считаете, что он, даже если он стал, даже если он перешел на сторону большевиков, ведь вы же тоже его раньше любили. Почему вы считаете, что он так изменился? А потому что я знаю, потому что имел удовольствие общаться с такими, как он. Только мы с ними долго не разговаривали. Почему? Потому что это гражданская война. И упаси вас Господь узнать все ее подробности. Я понимаю, если бы его мобилизовали, я понимаю, если бы его заставили, но добровольно. Может быть, у него были на это причины? Были причины? Украсть мою жизнь, прошлое, имя. Теперь видно еще и будущее. На это у него тоже были причины. Ему остается просто на вас жениться и ставки его. Вы так говорите, как будто я в этом виновата. Это такое несчастье. Я не знаю, как это могло произойти. И я совсем не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Все было бы намного проще, моя маленькая принцесса, если бы не одно обстоятельство. Я бы даже его назвал досадной мелочью. Я действительно обязан ему жизнью. И этого не отменить. Пойдемте там. Мне надо ехать.
Ну? Чего? Опоздали. Уже уехал в город. Сволочь. Черт, он же теперь прямиком в контрразведку пойдет. Никуда он не пойдет. Ты откуда знаешь? Знаю. Ты куда? Оружие спрятать. Господа офицеры! Господа? Вы ко мне, молодой человек? Желают представиться. Он только что из Советов. Я слушаю вас. Имею честь доложить. Хотел просить ваше превосходительство о зачислении в корпус. Ваше имя? Милостивый государь, я к вам обращаюсь. Виноват. Капитан Антипов, Черниговский пехотный полк. Служил под командованием полковника Румянцева. Я сейчас занят. Часа через два я смогу с вами поговорить. Руки! Караул арестовать! Ротмистр, что это значит? Ваше превосходительство, я лично знал капитана Антипова. Это не он. Увести его. Петр Иванович, я хочу, чтобы вы лично выяснили, с какой целью сюда прибыл этот молодой человек. Слушаюсь. Господа, прошу вас. Я поеду к пану ротмистру. Давно хотел посмотреть, как он работает с пирнями. Не желаете со мной? Благодарю вас. Но я не любитель подобных зрелищ. Галецкого только что взяли в штабе. Точно? При мне взяли, Вася. Я же говорил, нужно было сразу его убирать. Погодите, погодите. А за что же его, а? Он же настоящий беляк. Не такой, как вы. Вас пошел сдавать. В том-то и дело. Он меня не выдал. Мог, но не выдал. Признался другим именем. А теперь его держат в подвале и допрашивают. Ну, если допрашивают, значит, выдаст. Не выдаст. Не сразу, но выдаст. Он мой друг, Вася. И что делать? Да не знаю я, что делать. Но из подвала его не вытащишь. Желаете продолжить? Скажите правду, и все закончится. Я уже вам сказал правду. Я не служу у красных. Я офицер. Воевал в 3-м Донском корпусе. Там же, где Антипов? Совершенно верно, он погиб. Почему не скажете свое настоящее имя? Зачем этот маскарад? Так получилось. На это есть свои причины. Не сомневаюсь. В таком случае вы не оставляете мне выбора. У меня тоже есть причины знать правду. Сомлел, ваше благородие. Аккуратнее нужно. Виноват. А что, как он мне скажет? Скажет. Будьте благонадежны.
Я в лагере. Очухается по работе как следует. Будет молчать, к вечеру доставишь в Лиски. Там его серьезнее пораспрашивают. Чего ты взял, что его на Лиски повезу? Секунду сказал. Они точно здесь проедут? Я здесь. Дорога на Лиски одна. Откуда вообще взялся твой друг-то? С того света. Ты красный, что ли? Да белый он, Степа, белый. Офицер. Офицер? Заканчивай трепать. Приготовьтесь, слушай. На, держи. Че это? Лицо закроем, чтобы потом не опознали. Тихо. Вон они. Пошли. Давай. Что? Кто это? Бросайте оружие! Вы нам не нужны! Знаете зачем? Давай. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Все. Черт. Опять получается идти должен, а? Думал в расчете, а ты опять. Дурак ты. Бегом. Давай, 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 бегом! Давайте, давайте, шустрее! Уходим! Интересная жизнь бывает у молодых людей. Такая интересная, что, слава богу, ребра целые. И где он так побился? Упал, паня Цыпкис. Упал? Конечно же, упал. И много раз кряду. Я думаю, раз пять. А потом били нога. Все. Благодарю вас. Много вами доволен. Ну, все. Да, ему сейчас надо полежать, отдохнуть. Угу. Да, пускай полежит. Он не так умирает, как не должен бегать. Угу. Да, и приготовьте ему что-нибудь такое деликатненькое, вкусненькое. Да, и дайте трошечки водочки. Может, на почках? Я делаю на почках. На почках? То баржи добже. Молодчик, в следующий раз, когда ваш друг будет падать, проследите, чтобы потом его не били нога. Я учту. ноября 18-го. Добрался до Петербурга, пришел домой, а там какие-то рожи. Потом, после убийства Урицкого, я узнал, что отца вывезли на Гороховую, там он смерть принял. Мама через месяц умерла. Ну, ты же знаешь, у нее легкие. Твои-то как, живы? Живы. Маму год назад видел, а отец, ты представляешь, даже не вышел. Так и сидел в кабинете, пока я не ушел. Кажется, так угораздило-то. Не угораздило, я сам. Еще на фронте. И что, в большевики записался? Да, записался. Вот вместе с цимбалом и записался. Ты
ты его сегодня видел? Бывший ординарец мой. А ты знаешь, я записался и не жалею. Ну да. Твои же родители, они не убивали. А если бы? Не знаю. Знаешь, Мишка, я тебя честно вспомнил. Я тоже. Ты же знаешь, у меня больше нет никого. Наверное, поэтому я тебя не выдал. Хотел, но не смог. Слушай, а зачем ты мое имя взял? Если бы я знал, что ты жив, я бы никогда это не сделал. А ты думал, я мертв? Я не подумал, я знал. Ну что, занимаетесь легендой? Вы ведь выросли в Варшаве. Польский, конечно, знаете. Можем мы выпыльно написать. А. Здесь офицеры, погибшие на юге. Вот посмотрите вот этого. Поляк в Ростове дезертировал. Примкнул к банде налетчиков. Убит во время облавы. Это видно детской фотографии. Галецкий. Это не Галецкий. Это я. Интересно. Рассказывайте. Я бы тебя здесь оставил. Но в ставках безопасней. В городе тебе появляться нельзя. Дай помогу. Я вообще не понимаю, что здесь делать. А, тихо, тихо, тихо. Тебе нужно исчезнуть на время. Оклемаешься, отправлю тебя в Германию. Только здесь все закончится, вернешься обратно под своей фамилией. Угу. Ай, дай его сюда. Прости. У меня денег нет. Я поэтому в корпус и собрался. Какое-никакое жалование. Деньги есть. Поехали. Магда, наверное, волнуется. Думаю, что ты меня где-нибудь подкараулил и пришел. Тебе надо срочно уехать. Документы я тебе достану. Ладно, давай.
Что ты делаешь, Адам? Что случилось? Матка Боска. Что с тобой? Адус. Все хорошо, все нормально. Живой. Убили. Живой. Все хорошо. Все хорошо, живой. Живой. Ты не смотри на меня, принцесса, как на призрака. Хотя в этом доме я действительно призрак. Guten Abend, Herr Галицкий. Извините, пан Циммерман, но у меня, к сожалению, нет времени. Я знаю, что у вас нет времени. Я еще кое-что знаю. Я знаю, вы есть шпион. Ну хорошо, проходите. Halt! Halt! О, гуд! Очень хорошо. Я это беру с собой. К сожалению, я не могу его вам отдать. Не делать резких движений. Сядь. Я же не сказал, что я беру это все насовсем. Я это микрофильмирую. Сделаю копии. Германия должна учитывать свой интерес в этой компании. Пан Николай, а Ирены нет? Целую руки, пани Магдалена. А пан Ирена уехала. Уехала? В костел. Помолиться о здравии пан Ярош. Он что же, заболел? Нет, ничего. Ее молитвами поправится. Дай бог. Она ведь ставки ему вернуть решила. Вот как. Так и заявила. Хочу говорить, чтобы все по справедливости стало. Мне чужого не нужно. Бог ее за это не оставит. Вы что же, не дождетесь ее? Нет времени. Мой поклон пане Ирене. Обязательно передам. Значит, у меня нет выхода. Именно так. Сколько? Вас? Я привык работать за деньги. Я должен вам платить. Я обязан вам платить. Вы у меня в руках. Герр Циммерман. Но я готов. Ну хорошо, вы меня уговорили. Кстати, пан Циммерман, а вы в курсе, что к фрау Матильде наведуется полковник Секунды? Не может быть, я бы знал. Тем не менее, это так. Если бы вы сделали снимки... Снимки? Ну да, снимки. Высокохудожественные, так как вы это умеете делать. Тогда бы полковник был в ваших руках. Понимаете, о чем я? Понимаю. Понимаю, снимки. Но как? Как это сделать? Не знаю. Подумайте. Фрау Матильда ведь ваша соотечественница, так? Я. Неужели ей безразлична судьба Великой Германии? Я. Натюрли. Это вы меня так угробите. Скажите, вы не знаете, почему все хотят моей смерти? Ничего подобного. Вам нужно тренироваться. Так вы быстрее поправитесь. Ну, давайте продолжим. Давайте, только вот уж пусть он меня сменит.
Я хотел тебе все рассказать. Что? Что ты обманщик? Что ты ворвался сюда, как вор? А я что? Чтобы я тебе ответила? Как ты мог со мной так поступить? Ты права. Я не должен был. Я просто не думал. А то, что ты большевик, ты бы мне тоже сказал? Или под венцом ты бы стоял, как вор? Не говори так. Это неправда. Все это входило в твой план. Господи, как подло. Как подло. Зачем ты приехал? Я виноват. Виноват страшно, может быть. Даже непоправимо я. Я сейчас не пытаюсь оправдываться. Просто хочу объяснить. В том числе и себе. Я не знаю, что мне делать и как мне дальше пойти. Но я люблю тебя. Приятная неожиданность. Замолчите, следуйте за мной. Я очень разочарован, фрау Матильда. Очень. Что случилось? Я сомневаюсь, немка ли вы. Вы меня пугаете. Что я? Ну, вы же знаете, я всегда, любую услугу я всегда. Вы оказываете услуги не мне. Вы служите Германии. Почему вы скрыли от меня? Да что я скрыла, Герр Циммерман? Вы же знаете, что я всегда обо всем, что девочкам скажут клиенты, я всегда вам. Полковник, секунда. Что? Почему вы мне не доложили, что к вам ходит полковник Секунда? Я жду объяснений. Я не смогла. Он запугал меня, я не смогла. Я умоляю вас, простите меня. Он очень... очень опасный человек, Герр Циммерман. Я тоже очень опасный человек. Как часто он ходит? Не часто, один раз в неделю. Кому? К кому, я спрашиваю? К Брунхильде. Брунхильде? Как ты понимаешь, самое главное – добраться до Вильна. Там обратишься по этому адресу. Запомнил? Запомню.
Человека зовут Анджей. Поможет с документами. Сядешь в поезд, доберешься до Вильна. Как только устроишься, напишешь Ирине телеграммой. Да. Опускаюсь все ниже и ниже. Бегу от своих с помощью большевистского подполья. Даже смешно. К тому же с помощью большевистских денег. Мишель! По поводу принцессы не переживай. Когда не любят, так не мучаются. Думаешь? Как был бы. Приехал. К Янушу попрощаться. С кем попрощаться? Януш уезжает сегодня в ночь. Куда уезжает? Зачем это? Пани Магда. Так нужно. Он должен уехать. Зачем? Кто тут должен уехать? Надеюсь, не мне? Януш уезжает сегодня ночью. Пани Магдалин. Да, однако. Это новое слово в шпионаже. Скрытая фотографическая съемка. Большая перспектива. Но фотографическая съемка с девочками – это… Вы представляете? А если оборудовать аппаратами все бордели Лондона, Берлина, Парижа, везде, это ж можно перевернуть мир. У вас грандиозное воображение, герц Циммерман. О, дамки, оставьте это себе и поработайте с оберстом, с полковником. Аня Магдалена! Что тебе, Адам? Там Войчих мертвого привез. Бог с тобой, что ты говоришь? А? Какого мертвого? Я не знаю. В карьере, знаешь ли, мертвого, але убитого. Может, кого по полицию послать? О, Боже. Ай-яй. Магда. Януш. Мой Януш. Это
Это он его погубил. А кто? Тот злодей. Моего Януша. Да он не мог. Мог. Погодите. Он и нас убьет.